Привет, красотки! Недавно я гуляла по Ревгош и обнаружила на стенде буржуа вот такую вот новинку. Естественно, мне стало очень интересно эту вещь потестировать, потому что, как вы знаете, я обожаю оригинальную основу буржуа Healthy Mix, я также очень люблю буржуа Healthy Mix Serum, и теперь в линейке появилась тональная основа Healthy Mix BB Cream, и оттенок мой 02 Medium. В линейке также есть оттенок 01 Fair и оттенок 03 Dark. Объем тональной основы 30 мл. Состав не то чтобы криминальный, но он явно далек от натурального. Запах здесь, по-моему, очень похож. Да, очень похож на оригинальный аромат тональной основы буржуа Healthy Mix. Та пахнет фруктами, аромат сдержанный, приятный, не раздражающий. Внешний вид основы мне лично очень нравится, выглядит стильно, симпатично. Упаковка эргономичная, в основу не нужно залазить пальцем, чтобы ее извлечь. Это не помпа, но упаковка все равно очень даже удобная. Текстура у основы стремится к жидкой, но и текучей я тоже назвать не могу. Плотность покрытия очень радует, несмотря на то, что эта вещь называется BB Cream. Кто-то, кстати, мне в комментариях писал, точнее спрашивал, почему я называю BB Cream BB Cream. На английском слово «крем» звучит как «cream», и я просто читаю название этого продукта на английском. Так вот, BB Cream имеет среднюю текстуру и довольно-таки хорошее плотное покрытие. Скрывает мелкие несовершенства кожи, скрывает прыщики. Вы видите, распределяется быстро и легко. На макро я вам показала, как эта тональная основа ведет себя на очень-очень сухой зимней коже, на лице она дает естественный нежный сатиновый финиш, чуть-чуть такой влажноватый, но внутри нее явно нет никаких мелких сияющих частиц. В целом эта вещь, как мне кажется, будет оптимальна для повседневной носки, оптимальна для тех из вас, кто любит сдержанные, естественные, нежные, женственные макияжи. И девчонки, многие из вас меня постоянно спрашивают, отпечатывается ли основа на телефоне, на чем-то подобном. Телефона у меня рядом нет, давайте я попробую какую-нибудь палетку приложить к своему лицу, и мы посмотрим, отпечатывается основа на ней или нет. Ничего не вижу. Сейчас вот здесь еще приложим. Да, чуть-чуть все-таки отпечатывается. Так что, девчонки, если вас волновал вопрос, отпечатывается ли эта вещь на телефоне, знайте, что чуть-чуть все же след есть. Но не критично. С этим можно жить, я считаю. Однажды я ее носила в течение 15 часов, и в конце дня она все еще вполне нормально смотрелась на мне. То есть она не размазалась, бронзер был на месте, она чуть-чуть забилась в складочки вот здесь вот в мои мимические морщины, но для 15 часов носки я все равно считаю, что результат очень даже классный. Подводя это к вышесказанному, в целом вещь более чем достойная, если вы любите сдержанное, повседневное, нежное, женственное, сияющее, но при этом не жирное покрытие, то BB крем от буржуа вас, скорее всего, порадует. Девчонки, кстати, сейчас на моем лице вы видите большое количество новинок бренда Makeup Revolution, которые мы с вами в самое ближайшее время рассмотрим в отдельном видео. На мне сейчас румяна и хайлайтер с палетки Golden Sugar Blush Palette. Вот так вот она выглядит. Это не самая свежая новинка в линейке, но мы с вами еще об этой палетке на канале не говорили. Одна из свежайших новинок. Палетка шоколадка 24 Karat Gold. У меня сейчас в макияже глаз присутствует. И на губах у меня новая помада, которая, по-моему, еще в Лондоне даже не продается. Называется она... как ты называешься, Pro Supreme Matte Lip Pigment Illusion. Помаду эту подарили всем гостям вечеринки, посвященной 4-летию существования бренда Makeup Revolution. Вечеринка эта проходила в Лондоне. О ней мы с вами поговорим в отдельном видео, расскажу о своих впечатлениях, о своем опыте, расскажу вам о том, что я узнала о бренде Makeup Revolution и так далее. На этом я буду завершать свое видео на сегодня. Огромное спасибо за просмотр. Всем отличного весеннего настроения. Весеннее настроение сложно, конечно, получить, когда на улице лежит снег. Точнее, у нас сейчас лежит снег и капает дождь.
Но в любом случае, весеннего настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!